Раньше для меня пирожные и подобные десерты казались сложными. Я даже не бралась за их приготовление. Но все изменилось, когда я нашла подходящий рецепт, например, этот. Он очень простой и вкусный. Обязательно посмотрите, как приготовить пирожное без выпечки с ананасом. Для него вам понадобятся квадратные или прямоугольные формочки. Такое лакомство украсит небольшой праздник, особенно если его подать сразу в порционных тарелочках. Еще можете добавить другие фрукты и ягоды для украшения. 1. Соберите необходимые продукты. 2. Ананас нарежьте мелкими кусочками. 3. Сметану перемешайте с сахаром. 4. А печенье превратите в крошку. 5. В 2 или 4 формочки первым слоем уложите печенье. 6. Затем разложите сметанный крем. 7. Далее разложите ананасы. 8. Украсьте пирожное тертым шоколадом. Дайте ему настояться в холодильнике 1 час. Потом пробуйте.